никогда не задумывались, а каково жить в мире, где твой знакомый, друг, враг или даже отец может оказаться чудовищем, существом, что прячется за человеческой личиной, монстром, чей шепот проникает прямо в разум. Каково понимать, осознавать их существование, видеть их истинную сущность? Как бы вы поступили, если бы только узрели эту тьму в чьей-то душе? Что бы вы сделали? Вы начали бы задавать вопросы или попытались убежать от правды? Но я думаю, все же мой вопрос заключается в другом, ответ на который я так и не могу найти. Как поступить, когда окажется, что ты один из них?